В последнее время российское телевидение регулярно сотрясают громкие скандалы, чаще всего связанные с политической позицией ведущих. Не секрет, что многие отечественные звезды осудили действия родной страны на Украине, за что поплатились карьерой. Казалось бы, ведущий шоу «Ну-ка, все вместе» Николай Басков находится вне подозрений, ведь он делами доказывал свой патриотизм. Но сегодня даже его, а также всех членов жюри проекта заподозрили в нелояльности и предвзятости. Более того, Россию один обвинили в низкопоклонстве перед Западом. Виной всему – оценки и высказывания судей. Многие зрители обратили внимание на тот факт, что композиции на английском языке практически всегда получают более высокие оценки. Люди считают, что в нынешней ситуации это абсолютно недопустимо. Высказывания возмущенных граждан публикует портал Blitz+. Патриотизм не то что на нуле, а ниже плинтуса, почему жюри выше оценивает песни на английском языке. В настоящее время на всех конкурсах надо петь песни только на русском языке, высказываются комментаторы. Многие из них указывают, что на английском стоит петь на международных конкурсах, куда наших артистов все равно звать перестали. На российском телевидении, по их мнению, гораздо более уместны песни на русском. Некоторые зрители дошли до того, что требуют закрыть шоу «Ну-ка, все вместе». Сам Николай Басков пока что не комментировал претензии общественности. В интернете ходят слухи, что «Золотой голос России» страдает от загадочного недуга. Многие прекрасно помнят, что еще совсем недавно Николай Викторович появлялся на публике опухшим,